Ребята, вот мы в Чебоксарах. Здесь холодно, но по-праздничному, по-рождественски круто. Сейчас мы идем спрашивать, если вот это колесо, короче, обогревается более-менее нормально, то мы пойдем туда. Вот, набережная. Красиво, храмы. Короче, Чебоксары 5 баллов. Завтра мы уже отправляемся в... Это дочь. Дочь в шарфе. Завтра мы уже отправляемся дальше в Йошкар-Олу. Вот, потом в Казань. Это Рома все сносит. Рома, ну хватит уже все сносить. Взял какой-то зеленый себе. Взял какой-то зеленый бодяги. И доволен. И доволен. И наступил тоже. Вот, завтра мы отправляемся в Йошкар-Олу. Сядем мы пока в Муроме. И это мой. А ты где твой? Вот. И потом на Йошкар-Ола, Казань, Свияжск, все будет. А пока в Муроме. Не хочет делать рыбу. Я ей говорю, сделай рыбу. Она сказала, один раз только сделала. Но я фоточку уже скинул. Предыдущая фоточка, это была с рыбой. На 5 минут археологами. Вот тут что находится, думаю, сейчас вот здесь начни копать, и здесь та же самая картинка появится. Ром, так она и появится, ты кисточку, ты бери в руки сначала. Давай, где мы находимся? Экскурс. В эстетической чехне. Давай, без шутеечек твоих КВНских. Где находимся, говори. А что делаешь? Расскажи, не шумаешься. Чайничек с носиком. Да. Так, ребята, ну что, вот у нас здесь дорожка пошла на, сейчас на Нижний, но вообще на Йошкар-Олу. У нас там, сейчас я Скубяну покажу. Скубян где-то там. А где Скубян? Скубян там. А это вот наша заснеженная. Ребята, вот, короче, пришли к Ёшкину коту, все труд, вот Рома потер нос, нормально, Рома, еще лапу потри, видишь, тут, чтобы конкретно все было, сейчас тоже надо, короче, потереть, чтобы было все, оп, котяра, красавчик, вот он, Ёшкин кот, отсюда пошло, что тут у нас, вот он, Ёшкин кот. Ребята, всем привет! Я же вам не показал нашу квартирку, в которой мы остановились в Йошкар-Оле. Мы сегодня выдвигаемся дальше с Йошкар-Олы. Мы поедем уже обратно в Москву, но парочку городов мы зацепим. Чебоксары 100% зацепим, еще, может быть, куда заедем. Ну, а такую квартирку в Йошкар-Оле сняли, очень классная, стильненькая. Мы здесь были все это время. Пол с подогревом, ремонтик прям свежий, обязательно напишем отзыв. Телевизоры со всякими там штуками, короче, даже посмотрели первую часть, первую серию «Викингов», короче. Вот такой вот ремонтик, за окном минус 20, за окном минус 20, вот такая лежанка. Короче, прикольно, выдвигаемся дальше в путь. Напоследок мы решили посетить еще и галерею. Галерея. Вот Рома ходит, насыщается искусством.
Скобя где-то там. А где Скобя? А, Скобя там. А это вот наша заснеженная. Немного перекусить и сейчас поедем на Муром. На самом деле крутая платная дорога, которая Москва-Казань. Она просто нас донесла, как ветер, короче. Вот, и до Мурома, получается, я первый раз по этой платке поеду. Ну, типа, или платный участок, там, не знаю, типа. Она М12. И, блин, классная дорога. Я думаю, то, что до Мурома мы доберемся прям очень быстро. Собственно, с кайфом. Поэтому наше путешествие сегодня объявляю открытым. Ребята, привет. Мы осели пока в нашем любимом Муроме. Это Злата. Она уже сегодня падала. Где она только не падала? Падала, говорю, ну, подтверждай быстро. Падала, вот. Но сегодня ее день. Поэтому Злата ждет кофеек. Сделай рыбу. Сделай рыбу. Нет, ты сказал один раз, все, это надо было свой шанс потом. Ах ты. Да все. Короче, ребята, вот мы пригнали в Свияжск. Только поднялись. Вот Даня. Лены. Сейчас пойдем гулять. Это, короче, остров. Он тут под Казани находится. И тут очень холодно и очень красиво. Короче, ребята, через 3 минуты будет 5 часов. И с одной дверцы выйдет ослик, пойдет в другую дверцу. Вот мы сейчас ждем, и не только мы, много кто ждет. Мы сейчас сходили в музей. Даня, что за музей? Замечательный музей. Что за музей? Не национальный, а художественный исторический музей имени Григорьева. Вот. А там еще что-то, там не только мы на третьем этаже были, там еще, да, разные есть? Там на третьем этаже галерея, на первом этаже магазин картин, я понял. И проводят мастер-классы. Понятно, принято. Сейчас, ребятки, я обязательно покажу, что там. Ребятушки, минус 20 нам не помеха. Не помеха нам минус 20. Здесь есть картина, и на ней изображены животные. И вот у нас когда спрашивают про Скобя, типа его порода, мы говорим, ну, там, крысарик. И люди переспрашивают, что это за порода такая, пражский крысарик. И вот, чтобы вы понимали, как раньше выглядели маленькие пражские крысарики. Вот мы добрались до Кремля. Вот так здесь все просто офигительно красиво. Это царь в город, но как шаги. Вот. Мы пришли на другой этаж, на третий. Здесь другие, ну, экспозиции, находятся экспонаты. Вот кольчуга, походу. А, доспехи и оружие воинов 16 века. Прикольно. Достигли мы первой нашей точки. Первая наша точка – это Владимир. С нами Скуп, с нами нью-йоркская бабушка. Мы зашли сюда, короче, немного перекусить и сейчас поедем на Муром. На самом деле крутая платная дорога, которая Москва-Казань. Она просто нас донесла, как ветер, короче. Вот, и до Мурома, получается, я первый раз по этой платке поеду. Ну, типа, или платный участок, там, не знаю, типа. Она М12.
И, блин, классная дорога. Я думаю, что до Мурома мы доберемся прям очень быстро. С кайфом. Поэтому наше путешествие сегодня объявляю открытым. Короче, мы здесь все-таки решили засесть в кабинку. До последнего думали, тепло или нет, но кабинка отапливается, все нормально. Сейчас мы здесь в Чебоксарах на вечернее... Променаде. На вечернем... Да, да. Променаде. Мало того, что минус 22, еще и покачивает. О, норм. Скуп, ты как? Скуби? Скуп тоже с нами. Скуп в шоке. Скуп в шоке. Так, ну что, ребята, вот мы добрались уже до Казани, до набережной. Носы красные, настроение прекрасное. Здесь вот такая сказочная атмосферка. Здесь такие классные, получается, как экспозиции и как описание украшений. Там вот экспозиция с женщиной-литейщицей, например. Очень-очень это здорово все восстановили. Интересное описание, можно прям посмотреть для чего. Интересно, короче, здесь. Вот у нас есть за пару соточек здесь брусника с водкой. Есть, пожалуйста, облепиха с водкой. Большую тему. Это возле Ёшкиного кота здесь есть сувенирная лавка. И тут всякие ништяки. Вот такие вот, например, дары леса. Ребята, всем привет. Вот мы тут на набережной. Как правильно, набережная Брюгге? Даня. Как правильно? Набережная Брюгге? Давай, расскажи, что это за набережная. Быстро. Самая красивая набережная во всей вселенной. Вот, видите, от Даньки. Мы сегодня, у нас по плану Ишкарова, по плану Чебоксары, Новочебоксарск. И потом только мы едем обратно. Поэтому мы вот кайфуем. Рома тоже ходит, кайфует от холода. Класс. Завтра мы уже отправляемся в дочь в шарфе. Завтра мы уже отправляемся дальше в Ишкаралу. Вот, потом в Казань. Это Рома все сносит. Рома, ну хватит уже все сносить. Взял какой-то зеленый себе. Взял какой-то зеленый бодяги. И доволен. И доволен. И наступил тоже. Вот, завтра мы отправляемся в Ишкаралу. Сядем мы пока в Муроме. И это мой. А ты где твой? Вот. И потом Ишкарала, Казань, Сильяжск, все будет. А пока в Муроме. Не хочет делать рыбу. Я ей говорю, сделай рыбу. Она сказала, один раз только сделала. Но я фоточку уже скинул. Предыдущая фоточка, это была с рыбой. Сейчас тут можно себя почувствовать археологом. Интересная штука. Это мы, чтобы согреться, зашли в музей, ребятки. Так. Что тут? О! Прям как у нас. Классно. Я вот, когда мы ходим сейчас по таким музеям, выставкам, ну, как-то, само собой, идеи для новых браслетов появляются. Вот у нас тут бусы новые для новых изделий. Так, это Даня. Даня ждет свою сербскую, как это сказать, сербскую еду. Ой, спасибо. А вы, значит, не сербцы? Мы, да? Короче, сейчас ждем хорватскую еду. Видишь, короле. И ждем, собственно, нашу вот эту сербскую тему. Пока машина моется, у нас есть время, пошли еще погулять. Но гулять и километры, и все подряд, что можно было гулять на холоде 22 градуса. Или 24 там, Дань. Много. Короче, много. Очень много. Градус, очень сильный минус, и от этого очень плохо. Вот. Но все. Мы успели зайти в музей, прогуляться по набережной, и, собственно, когда машинка помоется, заглянем еще кое-куда и поедем в Чебоксары. Короче, мы сейчас в чайную зашли. Вон там сзади. Чай, много чая наливается такого.
бойлер растопить памп. У нас здесь, короче, всякие вот такие ништячки. Это чай. Джаз, давай, наливай чай. Сейчас, налью. Это турецкий чай, кстати. Турецкий чай. Там какой-то битва принцессы чая сделана. Вот, битва принцессы чая. Вон. Это мы, чтобы согреться. О, Даня здесь. Короче, сейчас мы согреемся по-быстрому. Если хочешь, я могу это взять. Достигли мы первой нашей точки. Первая наша точка – это Владимир. С нами Скуп, с нами нью-йоркская бабушка. Мы зашли сюда, короче. Так, ребята, ну что, вот у нас здесь дорожка пошла на, сейчас на Нижний, но вообще на Йошкар-Олу. У нас там, сейчас я Скубяну покажу. Скубян. Вот у нас здесь ночные Чебоксары в минус 22. Кабинка. Подноси карту. Давай видосики потом вперед. Это видео, ладно. Давай бежим, короче, со Златой прокатиться на жопе. Я первую буду. Давай. Так, это я тут. Давай. Ой. Понеслась. Короче, давай на жопу садись. Нет, пошли, нет. Давай. Да блин, стрёмно. Давай. Да давай на жопе. Нет, не на пошли. Жопу. Мне кушать как нормально. Тихо. Первый Б. Давай, Рум. Сильно, один раз. Вот давай фамилию. Есть. А, следующая, да? Да. Бьем. Можно. 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 Так, участвует, увековечивает фамилию на счастье. Вот. Привет из Свияжска. Запомним, да? Так, инстаграмчик, потом ВК, собачка, что? Бьем. Это для себя вот так. Бьем. Так. Бьем. И буковка М, да? Чтобы да. Потом надо власть. Все. Увлекаемся. Все, готово. Все, класс. От души. Крепко, как. Короче, ребята, вот мы тут. Кузнец. А скажите, как привет, вас? Привет, это Свияжский. Олег. Олег. У меня тоже подкова именно. Вот, делает нам подкову на счастье. Ручная работа. Сейчас. Джесс, вот нам на счастье Олег. Свияжский кузнец делает подкову. Сейчас участок будет. Так, сейчас я тоже, ребята, постучу.
Есть, сюда скуба. Скуб. Вот у нас здесь ночные Чебоксары в минус 22. Кабинки.